Всем доброе утро. Второй день, как мы на даче. Делаю завтрак. Хотела прям вот показать. Яичница, яйца с молочком. Здесь колбаска, лучок и сверху сыром. И сейчас вот эту вторую половину я так накрою. В общем, положить можно все что угодно. Лишь бы сыр был, убавила до трех. Сейчас мы накроем супер крышкой. Моменты намокнем. Эй, мама. Ну что себе как? Кто знает. Хочу показать минеральную воду, которую я купила. Но ее уже нет, но вы знаете, она настолько вкусная и мягкая. Она потрясающая. Вот на всякий случай. Славяновская. Третье сентября, такая погода хорошая, жары нет. Сосед приехал. Ну так, на втором этаже чуть-чуть замерзла. Красота. Кажется, больше, чем человек. Вкусно ведь? Да, очень. Очень вкусно. Вчера в деревню заезжали, купили тепленькие, вообще 400 рублей, представляете? Или сколько сейчас, посмотрите? 600, да? Ну надо же, любые размеры. Ну сейчас я... Мы тут это, тип другие. Ничего страшного. Свет везде привели. Чего? Сейчас. Свет провели. Теперь хоть можно ходить ночью. Везде провели. Люстры повесили. Да где попало? А, сидят. Так, здесь уже вообще ничего не было, полностью тянули все, и такую люстру купили. Мам, это же не люстра, да? А как она называется? Лампа? Что-то уже накрутили над столом. Ну, оригинально. 1004, по-моему, она стоила. На семена. Наши помидорчики. Вообще нигде света не было. Да, большую работу провели. Так. Какая хорошая вещь. Замечательно. Как хорошо, дружненько сидят. Я говорю, слет юных Василис. Это папа, Витя и мой брат. Сереж, ты попробовал яичницу? Нет, я не хочу, я кофе напишу. У тебя кофе я пробовала, не сладкий. Сейчас полчаса. Ничего, как? Боже. Да. Огурцы тут вам. У нас все в огурцах. Это у нас картошечка. Ну, все забито. Ага. А что у нас в морозилке? Ух ты.
Ну, правильно. Бразилка хорошая, тут большая. Ну, смотрю, пап, что у вас тут? Что-то как все шарит. О, боже, у вас еще эта рыба лежит. Ой. Все запить. Ой, хорошо. Нет. А, вот так. Ну, тут опасный порог, с другой стороны. А это что? Кто это у нас тут накакал? Сереж, а ты в курсе, что вас тут на порог нагадили? Иди посмотри. Ужас какой. Ничего себе, птичка. Ничего себе. Ой. А мы вчера, когда приехали, то ли лайка, похоже, была собака, то ли хаски. Может, она... Тыквы. Очень много кабачков в этом году. Что с ними делать? Некоторые хранят до зимы. У меня не получается. Новые все. Все новые. Лес, растут. Надо посмотреть здесь. Ой, какие колючие листья. Ой. В общем, надо сегодня брать все. Домой возить. Вокруг мамы эту землю заказывали, нам привозили. Мужчина сказал, лесная земля, из леса. И вокруг она всегда сажает вот так. Ну, там дальше тыквы. Очень много черноплодки. Она еще крупнее будет. Но у нас всегда много черноплодки. Лет 10 назад пробовали делать какой-то типа вино родители или настойку. Не знали уже, куда деть. Ну, так пробовали. Вот. А потом... Никто это и пить не стал. А у кого низкое давление пониженное, тому вообще нельзя, потому что черноплодка понижает давление. Шиповник. Давай туда, наверх. Сергей, у брата всегда семечки. На стол ты насыпал тоже, да? А, они там тоже едят. Побольше им насыплю. Они вообще не сыпят. Пап с мамой. Не сыпят, да? Вот они самая любимая еда. Вот семечки сырые. Или сало. Или сало. Но это у синичек. Как хорошо, да, жары нет. Слушай, здесь теплее, чем в доме. На солнышке, да. Они прям здесь веселятся. Посмотрим. Сегодня прилетали они уже. Вот если уйти, они сейчас прилетят. Прилетят сейчас утром. Вот сейчас из окна будем смотреть, они... Кстати, солнце сегодня весь день, тепло будет. Вот выросло около полога, надо же.
Решили культиватор достать, посмотреть, сработает он или нет. Ну-ка. Ну да, тяжелый. А что, здесь? Как, пойдем на улицу. Ты где возьмешь? За рога? Или... Я возьму. Вот здесь, сюда спускайся, вот здесь возьмешь, я возьму там. Почему? Бензина нет? Нет. Если мне даст ключ свечную, то заведу. А почему не заведем? Давай. А что, копать хотите? Мама сказала проверить, работает он или нет. Мама хотела это спахать под будущее, где чеснок будет. Ну а что, 34 килограмма. Ну, около того, да. Я с ним бегаю. Его просто неудобно, да? Ну да. Со свечу я смотрел, проверял. Не, он заводится, и здесь что-то карбюратор я грешу. Почему? А? Да, говорит, туда поехали. Это Сержа, он где-то лежал наверное. Нет, короче. Нет, пап, сидит там на качелях холодно, ветер сын. Это вон туда, наверное, сел. А что ты его это? Свечку это. Не, я просто. Я последний раз его посмотрел, вроде у него все нормально. Я ему, знаешь, что сделал? Я в цилиндр бензина плесканул, он завелся. А вот именно не идет. А бензин есть? Смотри, должен быть. Что такое затянул-то? Да я не знаю. Так вот. Полный. Полный? Угу. А, видно даже. Это можно ключ свечной? Какой? Свечной ключ, свечку. Вот эта свечка. Я выкручивал, она хорошая, видите. Пап, искра, искра идет. Давай, пап, заводи. Сколько я на нем покатался. Или он на мне. У него всегда уже есть это. У меня должен быть по делу. Пап, возьми вот эту ручку до конца. Вот сейчас сделаем. Сцепление. А, ход всегда есть. Он не должен. Должен. Нет, не должен. Должен. Надо его завести, он должен работать. Потом завести. Нажимаешь, он пошел. Передачу нет, это не может. Значит, включенный по-английски. Off включенный. Да? Да, наоборот. Он включен, off да. Выключен. Да. Ну вот. Нет, ключ еще надо. Посмотреть. Он должен быть большой, Сереж. Вот такой длинный. Ничего не крутит. Да. Нашли себе занятие. Все равно хоть чего-то. Ну да, все думаем ехать за деревьями в питомник. Потому что вот тут на участке все больные деревья. Боимся, что заразятся. Чего, опять не то? Трическая, крестовая. Давай, крути. Не слабый, не согнуться. Да что согнется-то, свеча там прихваченная под это, под ручку, раз и все. Снялся. Так. Господи, разобраться с ним. Да, это где-нибудь в цеху-то, в моторном. А что это оно? Потихонечку, потихонечку. Ну, свеча там нормальная, я проверял ее. Карбюратор. Не, я его перебрал и в том же положении собрал. Нет. А обороты? Так, ничего не крутил. Опер, это выключено? Это ведь крышечку снимать. Или не надо крышечку снять? Крышечку снять надо, снимаю. Вот это, вот а вот это тоже, да? Да. Точно. Хочешь карбюратор разобрать? А нет. Виктор, а вы там в Ивановском на земле сажаете сидираты? Сидираты сажаете? А еще раз по-русски. Ну, а лёс, подсилу, рожь, чтобы земля была хорошая. Как-то раньше сели, в основном пшеницу кидали. Ну и где твои птички? Ни одной. Они не жареные.
Мить, зря взялся. Куда ты ковыряешь? Не, ну я в том плане, что... Ну давай. Чего? Какой? Видь, там все было в изначальном положении. Там никто ничего не трогал. Я и как? Какой? Холостого? Чего там? Количество, качество? Вот это. Потом затем был до конца. Но я его если, и так пробовал. По, и так. Не, есть по мутации? Внутри вести. В общем, это долгая история, пока они разберутся. На солнышке очень тепло. План такой. Вылить в бассейн и растопить баню. Вот эта баня. По поводу деревьев не знаю. Ну, все больное. Вот они все деревья. Все больные. Вот баня. Всем хорошего дня.